Привет! Я хочу в этом видео рассказать о такой программе, как VDraft. В этот непримечательный день, когда я все-таки решился начать делать видос по маппингу, внезапно для себя я наткнулся на забавную программу. Суть программы заключается в том, что трехмерная моделька повторяет за твоими движениями курсора и нажатиями на клавиатуре. А все это действие происходит в некой сцене, отдаленно напоминающую доску. По сути, эта программа используется для рисования, интерактива и всякой лабуды. Но один сверхразум решил постримить осу с этой программы, и получилось довольно-таки неплохо. Суть видоса. Показываю, где скачать, как запустить, настроить и где шкурки качать. Качаем с этого сайта, ссылка будет в описании. Смотреть внимательно. Тык-сюдык. Запускаем лаунчер. Тык-сюдык. 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 Если у вас Windows 8 и выше, выбираем правое, если ниже, левое. Тык-сюдык. 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 Готово, поздравляю. Шкуры качаем с этого сайта, ссылка в описании, обязательный пункт VRM. Без этого работать не будет. Спасибо за просмотр. Пока.